Сегодня у нас 30 июля. Это вот мой дом как раз. Бывший Калашниковский. Здесь вот Иначе нас позвал на ягоды. А там матушкина картошка тут растет. Его жгучая. Черная рябина. Вот она. А, крыжовник. Вон он что. Крыжовник. Вот смотри. Да видно. Я поднимаю ветку, видишь, сколько здесь на нем. Это уже видно. Надо шапкой так колючки отгребать. Ну там внизу еще не поспел вроде, да? Ну что-то поспело, что-то не поспело. Видишь какая. Вроде последний никого нету. Ну еще смотришь, что вот смотри, вот гляди, ну, гляди, глянь. Прямо кистями висит, стоит, глаза закатил. Городской человек. Рукой вот отвел и сразу штук 30 ягодок висит. Для нас 30 ягодок. Вот уже ягоды. Виктор Николаевич-то нет после обеда? Не приехал, наверное, еще Игнатий Тихонович. Вроде Никите он звонил. Выехал, он выехал, едет уже. Что-то одну сосешь, ты бери гостю в рот толкай. Ну. Что там? Место? Иди, сколько много-то. А он одну ягодку сорвет, а обсасывает из нее. Это что? Вот с одной веточки, смотри сколько. Вот с одной ветки только начал брать. Вот, я тоже. С одной ветки. Делать, вот с одной ветки начал набирать. Я. Берите, пожалуйста. Все, не трать больше.